Всем доброе утро. 9 часов в Лазовске. Если не ошибаюсь, 16 число. Я сегодня все проспал на свете. Так сказать, отразилось на моем растущем организме поездка в Краснодар. Да и бессонная ночь, сказал бы я. Кто-то уже уезжает из Лазовской, а кто-то вот-вот приедет. Таких тоже немало. Погодка, как видите, замечательная. Народ потихонечку выдвигается в сторону моря. В принципе, я то же самое делаю. Коммунальные службы пока еще работают. Тоже не справляются с вывозом мусора, если честно. Но работают, скажем так, без перерыва. Кукуруза на наших улицах стала появляться по 70 рублей. Уже можно приобрести. Ну, для этого надо будет чуть-чуть отойти с моря. Чуть-чуть. Вот не знаю, сколько здесь. Сейчас посмотрим. Была тоже самая дешевая в свое время. 80. Сейчас уже может быть тоже 70. Пока только заряжают. Нет, не видно. Не видно цены. Но тоже не более 80. Так, полоса препятствия. Надо все успеть обойти, обогнуть. Как вы видели вчера в ролике, надеюсь, что видели, Владимир снимал. Вчера днем здесь было полным-полно воды. Был потоп, затоп. А сегодня, да даже уже вчера вечером, все было очень даже хорошо. Владимир на боевом посту. Там такая делегация встречали. Добрая. Ну как? Все хорошо. Море успокоилось, успокаивалось. Купаться можно, все нет, главное. Сотрудник гидромедцентра Владимир. Все, давай, вошел. Пойдемте посмотрим, какая обстановочка на пляжах. А нет, пойдемте посмотрим это, как его. Там табло же есть у нас. Может быть, ребята уже написали температуру воздуха, потому что я честно говоря, что-то с просонья все проспал. Ничего не смотрел. Итак, 16-е, воздух 28, вода 25. Я думаю, все это соответствует действительности. Но замерять будем потом. Народа на пляже полно. Очень даже полно. Желающие же купаются вовсю. Я хочу подобраться поближе к морю. Наверное, никуда далеко не пойду. Утренний все-таки ролик. В обед, может быть, погуляем подольше. Так вот, решительнее надо на дорожке. Ноги неохота мочить. Вот такое море. Катамараны работают. Цвет морской воды светло-зеленый. Людей полно. В детской зоне вообще полно народа купается. Ну, в общем, сами видите обстановочку на пляже. Легенькая такая, легенькая волна, ну, на волну ее как бы назвать-то и не хочется, и не можется. Там на пирсе стоит кораблик, где-то далеко-далеко, черненький такой. Раньше это было Сочи-24, сейчас как-то его по-другому назвали. Ой, извините, этот кораблик. Плюшки, катамараны, все работает. И даже группа двух пловцов в технической зоне плавает. Кстати, прослушайте меры безопасности. Поведение и технику безопасности на воде. Не заплывайте в зону купания. Не выплывайте, точнее, из зоны купания. Не держитесь за буйковое и канатное ограждение, не заплывайте к нам в техническую зону. Это все небезопасно. Следите за своими и чужими детками, соблюдайте чистоту на пляже, курите в строго отведенных для этого местах, не распивайте спиртные напитки на пляже, за медицинской помощью обращайтесь в спасательные рынки. Всего хорошего, пользуйтесь. Я надеюсь, вы услышали все правила безопасности на воде. Людей на пляже очень даже много. Сами видите, кто-то кричит. Кто-то кричит. Ребята восстанавливают дорожки после вчерашних вечерних, точнее, дневных дождей, возможно, убирали. Так, мороженое продается, все работает.
Меня опять уже вызывают домой. Что-то там опять надо. О, появился какой-то космический лунный шар, которого я ранее не видел. Сейчас хочу все-таки дойти до кассы, показать вам кассу. Я не знаю, что это за лунная поверхность появилась на Слатовском. Какая-то луна, не луна. Видимо, какие-то плавленные бутылочки. Не, ну, наверное, мысль хорошая. Возможно, вечером она подсвечивается, и все это красиво. Посмотрим. Вечерние часы. Пойдемте посмотрим цены на качели-карусели. Я их не так давно показывал. Мне кажется, я их даже несколько раз показывал вам, рассказывал. Ну, почему-то никто не любит смотреть предыдущие ролики. Все хотят, чтобы сейчас и сразу. Ладно. Я, как говорится, не сломаюсь. Мне не тяжело дойти. Покажу вам цены на аттракционы в парке. Тем более, они, возможно, теоретически могли и измениться. О, опять что-то подтекает. Какая приятная новость с утра. Да, цены немножечко, видимо, изменились, ребят. Обратите внимание, Дом Великана 500 рублей. Динопарк 500 рублей. Лавица какая-то 500 рублей. Башня 500 рублей. Дом Перевертыш 500 рублей. Но есть вот такой вот комплексный билет, где можно немножечко сэкономить. Название аттракционов, которые тут прописаны, сами видите. В общем, наверное, лучше бы я не подходила, а то все стало только дороже. Всем доброе утро, всем привет из Лазовска. Пойду ремонтировать очередную поломочку.